вами на канале Мисс Энни. Сегодня я нашла Божью коровку. Ее сейчас положили на этот, на такой палочку. Вот, смотрите. Мы сейчас в паланге тут на таком. Давай, Саня, я, если можно, расскажу. Привет, друзья. Короче говоря, мы сегодня, у нас понедельник. Я хочу поделиться невероятнейшей погодой. Сейчас я вам покажу весь горизонт, весь пейзаж. Вы не представляете вообще ни одного человека. Сейчас, Саня, подожди, смотрите. Мы вообще одни. Там вот где-то, видите? Вообще одни на целом. А погода невероятная, а все испугались и уехали, потому что у нас гидрометеорологи вчера напугали людей, сказали, что сегодня дождь, и приходит совсем другой тут какой-то атмосферный фронт, а у нас сегодня, вы не представляете, погода, ну где-то твоя Божья коровка, полети на небо. Она уставшая, Саня, ты знаешь, ее где-то на листик какой, вот там, смотри, тенек есть, идем, я тебе покажу. Смотри. Муравьев? Не бойся, давай. Нет. Давай, вот там, смотри. Нет? Просто хотелось бы поделиться. Я знаю, что все от зимы устали. Давай. Давай я положу. Где она тут у нас? Ну вот. Она уставшая. Знаете, от зимы устали. Так устали от этого холода, от этой темноты. Мы уже сегодня уезжаем и, конечно, хотели бы очень-очень еще побыть. Ну вот, я ее здесь оставлю. Мне кажется, что ей здесь будет как раз. Так хочется еще побыть на солнышке, потому что у нас так выходит. Завтра Саня в школу еще не идет. Послезавтра 1 мая. Значит, в школу точно не надо идти. Так мы пойдем только в четверг и в пятницу. Ну вот, так что... Я думаю, что немножко и протянем этот месяц. А потом каникулы, ура! И лагерь! И в лагерь, да. Ну, в лагерь это будет что-то такое. Это еще будет что-то такое. New experience. Новое что-то, да? Может быть. Ну вот. Кстати, всем друзьям, которые смотрят нас, и я по комментариям смотрю, что много очень людей смотрят в Америке. Всем хотелось бы передать большой привет. Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. Мы вообще такие теперь уже не выходим вообще в эфир. Так что мне очень приятно, что вы еще нас не забыли. Смотри, да, Саня? Что ты делаешь. Да, тут дорожки. Давай вот так прям покрасуемся, если слышно шум прибоя. Посмотри, как они едят какого-то создания. Вот наш папа, сейчас покажу, где. Вот там мы. Вот наш папа тут. И мы тут. По нашим прошлым роликам прошлого лета. Помните эту нашу скамейку? Мы даже ее так и назвали. Наша скамейка. Жалко, тут уже... Тут еще такая была надпись. Короче, сейчас я вам скажу, что тут написано. Если можно, сядь. Если можешь, сядь. А если еще можешь не сидеть, так давай и еще ляг. И это Винстон Черчилль сказал такие слова. Я, конечно, их сказала, наверное, немножко не так, но вот смысл какой-то такой. Мама, ты вот приблизь-то там, вот видишь, они что-то едят. Ну да, я смотрю, вижу. Тут у них... Видишь? О-о-о, да. Ты такая, мама такая. Ой, ой! Да, Саня. Палочка, выручалочка. Саня, какая-то палка тут, слушай. Я такая, бам. Но мы еще, наверное, встретимся сегодня. Не знаю, я что покажу. Что будем показывать, Саня, еще сегодня? Расскажи. Я сегодня, да, смотрела прошлые видео, как я играла мы снимали, как я играю. Там, короче, я была только 3-го левела, так было смешно смотреть. А я сейчас не раздам секрет, ну, какого я левела, если мы сегодня будем это снимать тогда.
Хорошо, или Саня. Завтра или... Завтра. Завтра приедем в Каунас и сделаем видосик, какая ты крутая в Вакен Лайф, да? Да, я там дома. Можешь даже рассказать девчатам и мальчишкам, если они смотрят тебя, там всякие есть... подтайные всякие ходы, которыми можно, если ты умеешь, воспользоваться. Да, там есть хиты. Да. Ну эти, вот, это было бы супер, это было бы круто. Я могу рядом с тобой сесть? Да. Давай. Я еще доначу иногда. Ну, я не могу. Я не могу. Я прямо... Я не знаю, будем сегодня столько, пока вообще уже будут животики петь песни, да? Пока уже очень-очень не захотим кушать. Потому что так... Я тоже не хочу, Саня, в Каунас. Не хочу. Так хорошо здесь, все забываешь. Давайте, друзья, в комментариях напишите. Как я... как это сказать? Загорела немножко? Обгорела. Обгорела? Ну да, было немножко. Это надо занимать. Это, знаете, солнышко, конечно, теперь такое, оно еще весеннее, как бы сказать, еще все равно весенняя пора. И оно еще хорошее. Потом уже все равно надо кремами обязательно. Давай пойдем. Ну, давай сейчас на паузу, я потом что-то тебе скажу и покажу. Окей? Ну, окей. Жарко. Давай я здоровью. Давай. Песок? Да. Нет, здесь не пойдет. Надо идти. Нет, я не хочу. Потом все тело болит от песка. А мне нет. А ты купалась сегодня? Нет. Нет. Ты такая, нет, 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 нет. Помоги зарыть меня, пожалуйста. Я уже... О, давай... Я знаю. Сделай мне русалочий хвост. Так как вот там... Окей? Я не смогу тогда тебя снимать, Саня. А хочешь, я сама себя сниму? Нет, а давай ты лучше давай себя закопай, а тебе хвостик сделаю. И будет суперски. И сделаем такой на видео вот такую фотографию твою. Вау, ты русалка, типа. Давай, Саня. Ага, но мне сперва надо зарыться. Ну давай, закапывайся. А мне это не получается. Вот так, смотри. Мне это не получается. А когда я буду вылезать, ты представляешь? Вот так вот, вот знаешь. Опа. Нет, ты мне с песком прямо здесь. Пожалуйста. Ну так как это все сделать, я не представляю. Давай я с ним поснимаю себя. Окей? Нет, Саня, давай я буду тебя снимать. Вот. Тут нужен, знаешь, такой песок, чтобы он был совсем-совсем такой, чтобы хорошенечко... Да, он там, видишь, где? Вот. Ты знаешь, тут рай какой-то. О, друг какой, смотри, перебежал. Не надо, не зови, а то он сейчас тебя вытащит из твоего царства русалок. Будет тебе. Вот еще пальцы зарой. Ку-ку.
Давай, пожалуйста, палец. Ну давай, ты их немножко вот так, знаешь? Все. Ну жди, тут какая-то трава. Я не за... Подожми эти пальцы, чтобы они не вылезали. Надо сейчас какую-то палочку такую взять и сделать такой, знаешь, вот так вот очертание такое. Подожди, я сейчас палку иду возьму. Пойдем возьмем палку, сделаем из мисс Сани русалку. Ну вот такая вот нам пойдет палочка, выручалочка. Ну-ка. Как мы тут тебя будем рисовать? Хвоста же нет. Саня, ну ты знаешь, будешь такая русалочка, которая наелась в Макдональде. Подожди. Так. Так. Скажи. Закапывайтесь, пальцы. Пальцы. Вот, бери песка этого. Вот, на. Песок. Вот еще. На. Вот, на. Это пальцы. Бросай сюда. Опа. Вот так сделай. Ну теперь, знаешь, надо снять эту тебе шапку обязательно. Давай, бросай ее, эту шапку. Потому что с такими шапками русалки не бывают. Да! И знаешь, Саня, вот так как ты знаешь. Молодец. Похоже, похоже. Ты мне вот так сделай эти пальцы. Ну а вот хвостище. Сейчас запечатляй. Раз. Вот здесь, вот смотри, вот здесь. Ну супер, ты выглядишь супер. Ты настоящая русалка. Вот смотри, вот если я вот так вот встану и тебя покажу, ты вот настоящая русалка. Как мне сейчас вылезти отсюда? Давай ручку. Будешь вылезать. Ну что осталось? Русалки. Саня. Ну да, опять. Молодец. Давайте тогда. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Где пока, встретимся пока. Уже с Саней? В Каунасе? Да, в Каунасе. Да, все уже. Давай. Пока. Пока. Беги, беги, Саня. Беги в лето.